Дорогие ветераны, уважаемые жители города, товарищи офицеры, сержанты и солдаты, победа советского народа 1945 года возвысила нашу страну, прославила народ, сплотила и закалила его. И сегодня, когда мы смотрим на нашу победу в Великой Отечественной войне из нового века, ее значение только растет. Это она отдала нам возможность мирно жить и созидать, позволила собраться и окрепнуть, помогла шагнуть в новое тысячелетие независимым и гордым государством. Приветствую ветеранов Великой Отечественной войны. Вы отстояли наше право быть гражданами свободной державы. Благодарим вас за мирный и ратный труд, за мужество и выдержку, за то, что вы сегодня рядом. Год от года мы все больше с волнением чествуем поколение победителей. И наш священный долг – заботиться и оберегать их и тружеников тыла тех грозных военных времен. Мы хорошо знаем цену победы, помним о миллионах погибших и искалеченных, и еще о миллионах так и не родившихся после той страшной войны. Мы помним о разрушенных городах и сожженных селах, о гибели сокровищ отечественной культуры, обо всем, что мы тогда потеряли. Воистину, 9 мая – это праздник со слезами на глазах. В нем навсегда слились величие и печаль. Соединились народная гордость и народная память, блеск орденов и слезы ветеранов. Весь опыт послевоенной истории говорит, нельзя построить безопасный мир только для себя, а тем более в ущерб другим. С праздником вас, уважаемые товарищи! С днем Великой Победы! Ура!